A5 at 825 B. 53 4 equals OK 3 2 at 85 Q equals 5 B at C 30 G Q 25. Родился Семён Михайлович 10 декабря 1957 года в поселке Смедович Еврейской автономной области. Его отец был председателем колхоза, а мать работала на химзаводе. Семён был четвертым ребенком в семье, и когда мама была им беременна, отец влюбился в молодую девушку и ушел из семьи. Любовница на тот момент было всего 18. В новой семье у отца Стругачёва родились еще двое детей. Оставшись с четырьмя детьми, женщине было очень тяжело их воспитывать. Поэтому ребята ходили в круглосуточные сады и продленки. Семён Стругачёв признается, что своего отца он видел дважды в жизни, это в 7 и в 25 лет. Но несмотря на это, он общается со своими сводными сестрой и братом. Кстати, фамилия отца не Стругачёв, а Стругашвили. Так что Семён наполовину еврей, а наполовину грузин. После развода с мужем, мама Семёна вместе с детьми перебралась в Биробиджан. Там Семён прожил до 17 лет. Актерский талант у мальчика проявился еще в детстве, он не боялся выступать перед публикой, а наоборот, с удовольствием делал это. Поэтому после школы Стругачёв поступил в Дальневосточный педагогический институт искусств на актерское отделение. А потом пришел работать в Приморский краевой драматический театр. Примечательно то, что Семёна Стругачёва приглашал сам легендарный Плучик в свой театр, но он не променял Владивосток на Москву. В 1984 году руководство Приморского театра меняется, и Семён Михайлович уходит оттуда. Сначала он едет в Петрозаводск, потом в Ленинград, но останавливает свои поиски на Куйбышеве, Самаре. Начинает работать в Куйбышевском драматическом театре. Что касается работы в кино, то первой его работой стала картина «Австрийское поле», вышедшая на экраны в 1991 году. Но всероссийскую любовь и признание Семён Стругачёв получил, сыграв в «Особенностях национальной охоты». Фильм вышел на экраны в 1995 году. При этом, Стругачёв не должен был там играть. На роль Лёвы Соловейчика утвердили Александра Лыкова. Но у Александра изменился съемочный график, и он никак не успевал на эту картину. Тогда ему срочно начали искать замену, актера похожего по типажу. И нашли. За первый фильм, кстати, актерам заплатили совсем немного, по 1100 долларов за весь фильм. Но слава, пришедшая после выхода картины, ни с чем не сравнится. О личной жизни актера известно то, что он был трижды женат. Первой его супругой стала однокурсница Марина. Они расписались на один курсе и разошлись на третьем. Родители Марины считали, что бедный Стругачёв ей не равня. Второй супругой стала актриса Светлана. Она работала во Владивостокском ТЮЗе. Женщина очень хрупкая и небольшого роста оказалась на 12 лет старше Семёна и с двумя детьми от двух браков. Третья жена актера Татьяна тоже актриса. На сей раз он повстречал ее в Куйбышевском драматическом театре. У них родилась дочь Евгения, которая подарила актеру внучку. По признанию самого актера, он с удовольствием наверстывает упущенное и возится с маленькой внучкой. Пожелаем Семёну Михайловичу новых интересных проектов и долгих лет в здравии. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии.